Я попрошу подняться на сцену человека, который уже оказался у нас в полуфиналах. Дамы и господа, встречайте Дабл! Вполне достойный общего уровня, который здесь на битве за респект из всех людей, которые прошли. Последствия будут ощутимыми. Я готов биться один на один, хоть и не динамит, и не Тимати. Бюллетени, найти меня, ты даже не пробуй. Я все еще на улицах пачкаю свою обувь. Мне тачки с много опухов, да ну и... Я буду делать то, что делаю, пока не сдохну. Округ юго-восточный, город Москва на карте. Состою ни в группировке, ни в блоке, ни в партии. К черту политиков и депутатов, туда же американцев и европейцев с НАТО. Я убежден, что демократия прежде всего свобода слова. Так что лови мой новый соло, альбом на слово. Барьеры сломаны, границы размыты. Снова игру лезут клоуны и ихние свиты. Правдивые с виду кричат, что они true. Но кто из них true? R&B-шные темы не прут. Рэп — это тяжелый труд, как сказал бы Крипл. И лишь немногим MC удастся найти тут свой титул. Не глянется коммерция, тут вам не Бентли и Мерсы. Тут парни с улицы, где собаки бездомные. Подъезды безлюдные, темные, чьи матери разведены или вдовы. Районы спальные, дома бетонные. В них проблемы кроются тоннами. И ты не знаешь толком, кто мы. Хоть не внутри Садового, но рэп не беспонтовый. Мы делаем, верим в него и ко всему готовы. Через рамы оконные, взгляды уже прикованы. Нам это по приколу, хватайтесь за голову. Плевать на моду, мы голодны, посвящаем сроки своему городу. Гордо, ведь он дорог нам, да? Всем солидарным респект, кто видит этот спектр. Это вам всем дар, всем благ, всегда последствия будут ощутимыми. Этого хотим ли мы, но ходы завершены, нет иных. Все, что сказано, имеет силу. Может согнуть тебе спину или может дать тебе стимул. Последствия будут ощутимыми. Этого хотим ли мы, но ходы завершены, нет иных. Все, что сказано, имеет силу. Может согнуть тебе спину или может дать тебе стимул. Так уж получилось, что на меня выпала доля открывать выступление. Немного нервничал, но, в принципе, собрался, нормально отчитал. Когда осматриваешь MC, смотришь где-то, сразу видно, есть в человеке что-то или нет. В дабле есть, и этим все сказано. Я посоветовал бы ему от техничности уже переходить к артистизму и эмоциональности. Действительно крутые песни, и, наверное, даже я сделаю... Куплет тоже на этот трек. И сделаем хук вместе весной. И уберем все.